межпозвоночная грыжа лечится. Надо знать, где нажать, где придавить. Ну и вот в этом, так сказать, я убедился в чудодействии доктора Шумакова. Как избавиться от последствий родовой травмы? Мы работаем и с шеей, и с черепом. Это приводит к улучшению кровоснабжения головного мозга. Добро пожаловать за стройной фигурой. Жировая складка становится меньше, она утончается, и, конечно же, человек худеет. Смотрите программу «Время здоровья» 9 декабря в 20:30 на национальном телевидении.